Увеличение квоты при распределении торговых мест на рынках, нестационарных торговых объектах и торговых сетях. Новые меры поддержки сбыта фермерской продукции внесли во Всероссийскую народную программу «Единая Россия». На полуострове для тех, кто ведет личное подсобное хозяйство, уже разработаны мероприятия, которые направлены на снижение административных барьеров. У нас в Камчатском крае действует для личных подсобных хозяйств упрощенный порядок доступа к универсальным розничным рынкам. То есть они относительно легко, только при наличии ветеринарного свидетельства, могут войти на этот рынок. И сегодня квота для них установлена в объеме 10%. Но вот в рамках партийного проекта эту квоту мы предполагаем увеличивать. По мнению фермеров, поддержать сельхозпроизводителей могло бы и строительство современных центров, где можно было бы вести торговлю по фиксированным ценам и хранить продукцию. Это позволит избежать скачков цен в межсезонье. Для Камчатского края это актуально, потому что наши сельхозпроизводители в течение нескольких лет говорили о том, что желательно создать такую площадку в Елизовском районе, чтобы все фермеры со всех муниципальных образований ближайших могли бы свою сельхозпродукцию размещать в этом логистическом центре, а жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципального района приобретать ее по доступным ценам без перекупщиков. Сегодня мы массу продукции пропускаем через так называемый рынок 8 километра. И там есть оптовые торговцы плодовочной продукцией, которые зачастую и нам цену снижают, и увеличивают цену покупателю, с которым торгуют. То есть, ну, и грубо если сказать, то без, не вдаваясь в подсчеты, примерно столько же они зарабатывают сегодня, сколько и мы, производители. Вот если мы произвели картофель и продаем его по 10 рублей, то дешевле 20 рублей вы его в розничной продаже не найдете. Новые центры, по мнению сельхозпроизводителей, должны работать прозрачно и под контролем государства, чтобы фермеры и дачники могли сдавать продукцию по оптовым ценам, соизмеримым с их трудом, а покупатели приобретать местную продукцию по привлекательным ценам.